приехали в Емельяново на водохранилище или как там, или озеро. Вот немного покажу вам, как здесь, наверное, в течение года-двух облагородили здесь все. Достаточно комфортные тут лежаки, чистая вода, ну, народу много. Сегодня мы не в выходной день пошли, а в будни не так много, а в выходные здесь не протолкнуться. Ну, посмотрите. Нам немного повезло, даже тут отхватили лежаки и зонтик, поэтому сегодня наш день. Привет. Обязательно приезжайте на это водохранилище или как там, что за водоем. Советую. Прикольно. Но приезжайте, наверное, в будние дни. Народу будет мало. Будут лежаки свободные. Ну, вот сколько я все говорю, себя тешу. Все-таки нету у нас очень мало спортивных людей. Люди едят, как всегда, всякую гадость, толстеют, жиреют. Так самим только не хочется что-то более-менее выглядеть и физически быть активными. Так что народ больше это. Дружище, а ты здесь как спасатель или как спасатель, да? Все понятно. Еще много народу тут тонет. А, бывает? Ну, вообще не было за твое время. Не было? Все понятно. А так до скольки он работает? До 9. А поздно уже все выгоняют все. Да? Все понятно. До 9 часов вечера. Посещайте. Пока теплые дни есть. Нужно это делать. У нас и так лето короткое. Ну что, а мы на очередной заплыв. Меняется время, меняются мысли, меняются деньги, машины, артисты. Но только не те, кто нам Богом даются. Друзья, друзья остаются. Меняется время, меняются мысли, меняются деньги, машины, артисты. Но только не те, кто нам Богом даются. Друзья, друзья остаются.
Пойдем полетаем на вертолете. А здесь получается, вот смотрите, Емельяново, здесь рядом аэропорт, и здесь постоянно летают самолеты. Практически чуть не как в Таиланде есть эта достопримечательность, где самолеты взлетают. Вон сейчас как раз над нами совершает, наверное, что там, посадку, наверное, самолет какой-то. Не, здесь нужна, вот может быть здесь обязательно спортивная площадка, обязательно. Качели. Ну что, как-то качели, качели качаться. Качайся на здоровье. Да. Раскачайся. Вон, ребятишкам лишь бы где-нибудь полазить. Вертолет тут заброшенный. Какой там Ми, какой Ми-4, наверное, или какой он там. Площадка и водоем хорошо достаточно сделан. Здесь еще бы наверху сделали бы какую-нибудь спортивную площадку, было бы вообще отлично. Приезжая сюда на весь день, взял себе провизию, питание и спортом занимаешься, тут же споласкиваешься, отдыхаешь. А с семьей здесь, с ребятишками здесь будет вполне комфортно. И цена такая не сильно кусается для такого, 300 рублей всего стоит. Для Красноярска достаточно очень хорошо. Советую, обязательно. Я тут камеру беру, когда плаваю. Ну и Артем тут мне говорит, он говорит, когда ты плывешь-то, куда ты ее засовываешь-то? Ну, я говорю, ну, трусы, за. Говорит, что там, как проктолога просвечиваешь, говорит. А что там, вот, анальная пробка. Приятный теплый день закончился, покупались. Сюда бы еще шашлычок. О, Артем говорит, еще и пиво. И коньячок. Коньячок. Шашлычок. Не, хотя бы шашлычок было бы отлично вообще. А в принципе говорю, можно взять беседку в следующий не. Раз. Ну получается, по деньгам-то здесь нормально, как бы. Ну, не знаю, про кафе. Ничего сказать не могу, потому что в кафе не были. И... А так расценки. Ну, средние, как по городу. Ну, достаточно уютно, комфортно. И чисто, да. Так что посещайте это водохранилище. Водохранилище. А что, не водохранилище? Водохранилище, а это возле Владимир. Ну, озеро. А что? Озеро. Водоем. Ну, водоем, водохранилище. Ванна. Да, да. Я говорю, здесь еще не хотят спортивная площадка. Если здесь будет, будет вообще отлично. Спортом позанимался, покупался. Ну, вот здесь даже смотрю и спасатель с багром, да, дежурит. Спасательная станция. Да, да, и медик он даже сидит. Поэтому хирург. Да, даже горячую кукурузу продают. Правда, диктор здесь, который все это поясняет, такой у него отвратительный голос. У него отвратительный голос вообще. А так все. Все более комфортно, цивилизованно. Автостоянка есть. Но только вот не знаю по народу, когда, если, наверное, не, нормально хватает. Выходной день. Нормально хватает? И хватает. Ну, правда, там, конечно, идешь отдалеко. А ну вот, Артем говорит, что даже и выходные дни хватает стоянки. Ну все, а мы едем домой, есть, кто-то монтировать видео, кто-то отдыхать. Так, ну все, едем домой, загорались, накупались. Артем спросил, как обычно, хотел анекдот у него выманить, он говорит, нет. Старый стал. Видите, память не та. Да, еще старее, видать, меня. Ну, я буду рассказывать анекдот, уберите от экранов ваших мониторов, уберите детей,
он пошлый. Ну, в общем, анекдот. Молодая пара только поженились, ну, парень с девушкой, и жить негде. Ну, и, короче, у родителей они в своем доме. Ну, и получается, как свой дом раньше, там, шторочка и все. Ну, и девочка лежит, ну, и парень ее все убалтывает, она все сопротивляется. Нет, нет, ну как, типа, это, он говорит, ну, хоть чуть-чуть, типа, хоть помаленечку. Она говорит, не-не-не-не, типа, я могу залететь. А, вру, это не молодая пара, это еще не состоявшаяся пара, но молодая. Ну, хоть чуть-чуть, хоть помаленечку. Не, ни в какую, не, нельзя, типа, вот, я потом забеременею. Ну, парень, типа, ну, ты, говорит, возьми его, говорит, в руку, говорит, вот чуть-чуть, говорит, останется, а, говорит, там, ну, я по чуть-чуть. Да, ну как, ну, говорит, две руки возьми, короче, ему, и там вот самый кончик я, говорит, типа, только. Ну и все, как бы, раз, тыкать, ну и раз, в порыве страсти, хлоп, и на всю длину. Ну, девочка, плач, там, слезы, говорит, что я теперь делать буду, кому я такая нужна. Он говорит, да ничего страшного, говорит, поженимся, у нас будут много детей, говорит, заведем большое хозяйство. И отец такой из-под занавески, ну да, блядь, заведетесь хозяйство. Хуй двумя руками удержать не могли, а тут хозяйство. Извиняюсь за ненормативную лексику. В городе, как обычно, смог. Не, наш... Сегодня смог, да? Поздравляю, сэр. Да, сегодня смог. Наш город неплохой. Все бы ничего, если бы экология еще бы более-менее была бы. Так город неплохой. Хороший город. Ладно, долго разбусовливать не буду. Подписывайтесь на канал на мой, ставьте лайки. И вам будет, как говорят, 100 карми. А кто спортсменов, 100 к жиму и приседу и тени. Всем счастливо. Пока.